Твоя карьера готова к взлету. Это девиз для абитуриентов, настроенных на начало профессионального пути, который начинается с выбора профессии и с учебного заведения, где эту профессию можно получить. Одно из таких заведений – Буйский техникум градостроительства и предпринимательства, готовящий специалистов нескольких востребованных профилей. Техникум набирает студентов бесплатно и без вступительных экзаменов на очную и заочную форму обучения на базе 9 и 11 классов на следующее отделение. Гостиничный сервис. Студенты этой специальности проходят практику в пятизвездочном отеле международного уровня «Мрия Ресорт» в Крыму. При этом получают заработную плату от 22 тысяч рублей и обеспечиваются бесплатным питанием. По окончании учебы выпускник отделения получает профессию менеджер. Специальность «Коммерция по отраслям». Поступив на коммерцию, вы будете изучать тонкости сферы торговли, на практике получать необходимые навыки, что послужит отличным началом для становления карьеры руководителя предприятия, специалиста отдела маркетинга, менеджера организации, товароведа, директора по продажам, руководителя коммерческих отделов. Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «Техник». Учиться на строителя в техникуме значит получать знания в области расчетов строительных конструкций, экономики, проектирования и реконструкции зданий. В период обучения студенты имеют возможность бесплатно получить дополнительные профессии. Специальность «Информационные системы по отраслям» все больше набирает популярность. Компьютерными гениями всегда восхищались. Если вы станете мастером своего дела, то добьетесь успеха и, возможно, перевернете мир. У нас вы изучите операционные системы, языки программирования, сервер баз данных, пакет MC Office, компьютерные сети, веб-дизайн, системы управления контентом. Техникум сотрудничает с костромским предприятием ММТР Технологии, занимающимся серьезными проектами создания информационных систем. Студенты техникума могут проходить практику в этой компании с выплатой заработной платы от 25 тысяч рублей. Без высоких технологий не обходится теперь ни одно предприятие, ни один производственный процесс. Специальность «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Здесь вас научат экономить плату за услуги, выступать грамотным заказчиком жилищных услуг, рационально использовать коммунальные услуги, осуществлять энергосервисные мероприятия в многоквартирном доме. Профессия «Мастер отделочных работ». Наши студенты-победители в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенциям облицовка плиткой, сухое строительство и штукатурные работы. Специальность «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям». Бухгалтер – это один из важных винтиков механизма предприятия. Тысячи фирм должны составлять квартальные и годовые балансовые отчеты. От финансиста и его деятельности зависит правильность начисления заработной платы, расчеты с поставщиками и клиентами, величина налогового бремени, успех предприятия. Любое учебное заведение – это не только учебный процесс, это интересная, насыщенная студенческая жизнь. Для развития талантов и способностей студентов в техникуме работают спортивные секции, вокальные, танцевальные, предметные кружки, проводятся конкурсы, фестивали, олимпиады. Постоянно укрепляется материально-техническая база. Техникум имеет 4 компьютерных класса, 17 учебных аудиторий, 6 современных лабораторий, электронную библиотеку, спортивный зал, столовую, актовый зал. Всем студентам предоставляются социальные гарантии и льготы, установленные законодательством. Все нуждающиеся студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием. Также Буйский техникум градостроительства и предпринимательства проводит бесплатный набор на профессиональное обучение учащихся школ 8-11 классов, планирующих дальнейшее обучение по профильным специальностям – оператор ЭВМ и облицовщик-плиточник. В техникуме можно пройти профессиональные курсы для переподготовки, повышения квалификации, получения новой профессии. Образование здесь также можно получить самым современным образом – дистанционно или по индивидуальному графику обучения. Документы для поступления в Буйский техникум градостроительства и предпринимательства, заявление по образцу, документ об образовании, копия паспорта и 4 фотографии 3x4. Наш адрес: город Буй, улица Хазова, дом 1. Телефон приемной комиссии 403-34.